В Арколыке Костанайской области осудили главврача дома ребенка за хищение. Экс-руководитель присвоила 3 миллиона тенге, выделенные на питание так называемых мертвых душ. Следующие 5 лет доктор проведет в колонии. Сторона обвинения доказала, что хищениями главврач занималась на протяжении 4 лет. По документам, в Арколыкском доме ребенка числились 30 воспитанников, а на самом деле их было 20. Помимо денег на продукты, доктор присвоила 1 миллион тенге, выделенный на бензин. Свою вину в хищениях подсудимая не признала. Соответственно, и ущерб погашать отказалась. Поэтому судья приговорил ее к 5 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Также ей запрещено пожизненно занимать государственные должности.